Ну, все, получится. Да, да, не так, это короче. Короче? Да. Что ты свои эти распродал? Что завозил? Одежда? Не, вообще ничего не. Ничего не чинил? Вот сам нашел. Ну как, сейчас Баха занимается этим. Ага. Там, сейчас даже не в курсе, что-то про нас не общались. Он там сам содержит. А мы уже все забьем. Ну как бы предлагал все быстро распродать. Там, типа, по себестоимости. Ну что-то Баха отказал. Может, чуть попозже. Еще раз меня спрошу, может, по себестоимости. Хочет, короче, магаз закинуть в бутик один. И все. И там, ну и в плюс уйти. Я ему говорю, хотя бы давай в ноль. Да, да. Потому что уже все, уже магазин как бы не будем заниматься. Это уже надо на сезон, короче, вперед оказывать. Сейчас цены больше на барбе. А это что хотел заниматься этим магазином? Я в барбе бросил. Что-то я устал от трижек. Ну, был период какой-то, блин. Ну, чем-то другим занимался. Перегорел, а сейчас вроде бы отдохнул. И нормально. Да. И снова, короче, силами купили все, и магазин желанный попал. Но там такая тема, что вообще нужны были инвестиции, и, сука, на полгода вперед сразу на осень, зиму покупать. Да, отгораешь, это плохо. Надо перерыв брать. Да, вот. Вот отпуск всегда. Я вот уже какой-то 4 года, наверное, без отпуска. 4 года без отпуска. Даже 5. Сейчас под выходные стал брать. Ага. Так вот до этого, ну, мне кажется, сильно перегрел, я без выходных пару лет работал. Вообще каждый день. Но, видимо, перегрел. Да. Отпуск все равно как не прочь. Когда отдохнешь, особенно если кто-то по улице съездит вообще. Так, Стасу пришли в гости. И у нас может быть заканчивается. Ну ничего, хотя бы начало. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Всем пока.